хочу есть, и хочу пить, и вообще но кошмар играешь, какой-то. Вот это, конечно, да, вот это ты сильная. Вот это профессионализм. Как ты ешь? Иди отсюда, дуделка. Так, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, направо, 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 направо. Всем привет! Вы на канале Крошки Евы, и у нас тут сегодня обновление, а это значит, что мы будем играть на музыкальных инструментах. Ну что, Ульян, погнали! Давай! Давай, вперед, вперед, вперед! Ходу, ходу, ходу! Я, получается, ваша лошадка, что ли? А, кстати, вы слезть же не можете самостоятельно. Я вот, да, я уже пыталась, не яйца. Какая важная лошадка, ну не понял. Я настолько хочу подождите. Играть, что вот. Не понял, а как? Да нет же, а ну-ка отдайте, отдайте Еву, опа. Подождите. Брынь. А ну-ка, а вот о, так попробуй я ее слезть. Уронила. Брынь. Ого, брынь. Нет, ну ты, наверное, со спины можешь слезть, а с рук не нет, можешь. Не могу, только сверху фух, могу фух, я уже думал, что меня переиграли, но нет. Я все еще продолжаю переигрывать. Ульян, ну идите, организовывайте группу в конце-то концов. Иду, ну, иду. Так, я на дудке дудеть буду. Дудки дудеть. Ой, я на барабанах хочу. Ой, давайте, о, давай. Давайте. Ой, какие же у меня все-таки детки смышленные. Как я прям рад. Вот это да. Одна вон дудит на трубе, тут, другая тут. Фигачит по барабанам. По-моему, чудесно. Идеально. Я вот это вот хочу сейчас. А ну-ка. О, Ёж, а давай-ка нам, давай тоже играть. А мне тоже ребенком. Так, ребят, ну вы да, же умрете. Ну ничего страшного. Вы же нет. Без меня умрете. Ну нормально все, я вон немножко есть уже, конечно, хочу, но ой. Ничего страшного. Мы сначала поиграем, потом все вместе пойдем кушать. Ёж, мы же можем себе тут себя и покормить. Вот бутылочку взять, да. Взять сковородку, например. Ну хорошо. Приготовить яичницу. Поспать, вон, поиграть. Даже скалку можно взять, да, что-нибудь это. Треснуть кого-нибудь. Ладно, ладно, ребят, вы меня убили. Убедили. Я уже направляюсь почти к вам. Я выбираю тут все. Быстренько выбираю. Быстренько. У меня подушка цвета. Есть. Оп, все, я ползу. Опа. К вам. Вот такой вот скоростной ёшенька уже идет вступать в вашу классную группу. Так, а что у нас тут вообще в домике по... ух ты. Тут есть проход. Трунь. Трунь. Так, Ёж уже там трунькает, иду. Трунь. Так, а ты гитару взял, да? Я дудку да, я взял тогда гитару. Беру. Так, дудку взяла, ну что, все готовы? Рок-банда в деле. Да, да, давай. Ой, а я нажала. Давай. Все, поехали, поехали, поехали. Я не слышу аплодисментов. Где аплодисменты? Что за дела? А, ну нет, так не пойдет. Нужны аплодисменты от наших фанатов. Так, а я еще вот так хочу попробовать. А ну-ка. О, прикольно, прикольно. Лучше, неплохо. Намного лучше, по-моему. А что у нас еще есть? Все? Это все, но ну, тут значит, вроде бы происходит. Всего 4, да. Подожди, а может, давайте сделаем барабанную ну-ка. Группу. Как барабанную? Вы на это смотрите? Давайте. Ой, как а ну-ка. На парадах, да? О, точно, мы барабанщики, круто. Давайте, давайте. Вот это клево. Только пока у нас синхронно не получается это делать, к сожалению. Да. Да, немножко времени. А наоборот, надо. Надо не синхронно, чтобы по очереди, типа, мы ага. о нет, ребята, мне срочно нужно, я бегу. А ты успеешь? А я успею сесть, а я тут могу, а я могу, нет, я не могу. А сюда, кажется, нельзя. А, я там, наверное, тоже, я вас смогу, ой, короче, я пошла. А ты нигде не сможешь, к сожалению. Нет, кто-то умел, я сейчас тоже попробую. Нет, не сможешь, это точно. Ну, попробуй, но... Ну чё, так, ну чё, как успехи? Ну, нет, ну давай, ну... Не, не получится. Давай мы тебя подтолкнем. Всё плохо у тебя, всё плохо. Ева, ну хочешь, я стану снова взрослым для того, чтобы немножко помочь тебе? Нет, нам надо играть, пойдёмте, я буду так играть теперь. Нет, Ева, что за жертвы? Ева! Так, ну что, ребят, давайте на счёт 3 и 1, 2, 3. Эх, немножко опоздали. По-моему, получается довольно неплохо. Ну да. Ну, звучит клёво, мне нравится. Боже, ребят, я заболела. Я очень хочу есть и хочу пить. И вообще кошмар какой-то. Но играешь, вот это, конечно, да. Вот это ты сильная. Вот это профессионализм. Вот это, да. Все для фанатов. Все ради ой. Фанатов. Слушайте, ну мне нравится, звук отлично идет. Прям вообще, давайте теперь на гитаре. Вот мне прям очень захотелось на гитаре. Такой трунь. Ой, давайте. Знаете, какой сейчас трунь будет? Сейчас будет такой трунь прям вообще. Так, ребята, я к фанатам спустился. Давайте играть. Давайте, поехали. Давайте, трунь, трунь. Играем. Так, вы там не умрете, пока мы будем играть для фанатов? Нет, еще нормально, я только спать не хочу. Вот, сейчас я хочу и будем на дудке дудеть. Так, ребят, пишите в комментариях, насколько...
насколько мы хорошая группа. Давайте. Я считаю, идеально. Очень-очень нужно. Подождите, а у нас только нет названия. Как мы будем называться? Названия нет. Крутые крошки, может быть. О, прикольно. Все малютки. Ну да, мы все маленькие тоже. Господи, я Йоши потеряла. Он там прям к фанатам прыгает. Так, я тоже хочу. Мне кажется, ты хочешь все, кроме сна. Ну да, да, надо играть, пока мы не хотим спать, а потом пойдем спать. Ага. Короче, давайте берем дудку, и потом, я думаю, Йоши бежит срочно за нами ухаживает. Так, ну что, так, ну что, ребят, я готов. С дудками. Давайте дудеть. Только мы недовольные крошки теперь, смотрите. Ну да, чуток есть такое, конечно. Боже, по-моему, дудки самые крутые. Вы только послушайте. Да, красиво. Мы просто созданы дудчики. Мне кажется, осталось вот еще какого-нибудь человечка, чтобы тут он флаг поднимал, и будет вообще супер. Не, смотри, надо еще одного, чтобы он тут как секьюрити стоял. Ну ты че, куда ты там полез на сцену? Или велосипед, чтобы нацепить туда и просто ехать вместо этого сигнала, знаете, такой вот. Я еду, мне направо. Йоши, знаешь, что тебе не хватает? Тебе не хватает, чтобы ты был суперсерьезным. Давай, я тебе буду дудеть, а ты будешь суперсерьезным. Давай, ну-ка, сейчас, ну-ка. Так, как тут можно быть суперсерьезным? Я даже не знаю. Но эмоции я могу быть вот таким. Справа. О! Отлично, отлично. Это злой просто, но серьезный, как бы, я думаю, в том числе, когда я злой. Мы мешаем тебе. Да, или так, реально. Ой, Йоши, надо нас спасать. Мне уже почти все плохо. Все плохо, я боюсь. Я вас понял. Уловил. Прям будет скоро, прям совсем. А хотя, давайте, может, подождем, я тут подудю немножечко и посмотрим, есть тут вообще способ как-то дойти до совсем плохих отметок. Нет, я не позволю тебе дойти до плохих отметок. Ой, я вас спасаю. Так, давай сначала меня, сначала я. А что ты можешь? Что ты можешь? Да нет, ты чё? Все понятно, значит, все, я ушла. Я ушла в бассейн. Нет, так, ладно, все, Ульян, подожди, все. Спокойно. А теперь за Еву. А мне тут нравится, слушайте, отличное место, можно прятаться. Ну, все, ладно, все, пока, Ева, все, хорошо. Ну, подожди чуть-чуть, мне чуть попозже надо все помогать, ой-ой-ой. А вот сейчас не надо. Ой-ой-ой, ушки, ой-ой, какой кошмар происходит тут. А, стоп, начнем с болезни, кстати говоря. Да, вот, тоже надо полечить. А я здорова? Ты здорова? Ты уверена? Да. А, действительно. Я тебя уже заразила по-любому, нет? Не, у меня стойкий иммунитет. Ого. И взял и бросил, до свидания. А, помогите. Помогите! Да ты чё? Помогите! Ха-ха! Боже мой! Всё, это, по-моему, уже какой-то хоррор, честно говоря. Я тебе буду на ухо дудеть теперь. Себе подуди на ухо! Подожди, не лечи меня! Не лечи, мне чуть-чуть осталось сна, и все, у меня будет все очень плохо. Вот боже ж мой, а чё хочет ребенок, а? Ладно, всё, пока. О, спасибо, я буду все равно за тобой идти и в дудку дудеть. Да, и куда? Да куда? Ева, я придумала, Ева! А где Ульяна? Короче, ты залазишь в этот наш тайный залаз? Я достану вас везде, я найду вас. Короче, я зашла в вентиляцию и думала, что ты там сможешь спрятаться. А Юша меня достал, ладно, не прячься там, это плохое место. Это где на улицу выходить, да? Ага, да-да-да. А как он тебя тут достал вообще? А вот, я просто подошла немножко ближе к этому, в общем, выходу. А если, возможно, если стоять посередине, это как-то... Ну да. Нельзя будет меня достать, ну, в общем, не знаю, можешь попробовать. Так, а где Йоша? Ту-ту-ту-ту-ту. Иди отсюда, дуделка. А Ульяна тоже дудит, в смысле? Ага. И ты, дуделка, прекращай. А я не хочу. Оп, сейчас будет погони, кажется, нет? Нет, пока никакой погони, я просто перепутал кнопки. Я думала, ты... О, ребята. Так, ну что? Скорее, направо. Ха-ха. Ева, тебя огорчить? Нет. Посерединке. Опа. Да блин, это как ты вообще это делаешь? Легко. Все, Ева, хватит с тебя вот этих страданий. Прекращай страдать. Нет, я даже ручкой вот тут показываю. Не надо, не хочу. Покушай. На тебе. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Очень красиво, Ева, спасибо. Как родитель я одобряю такую любовь к музыке. Мне очень нравится, что у меня дети вот такие вот талантливые, такие, ой, что-то за звуки были странные. Ульяна прям в ладоши хлопает, так вот, обалдеть, у нас уже это, массовка. Обалдеть, я реально испугался. А еще Йоши будто бы, знаете, как на парадах кто-то идет, и, в общем, я вот, смотрите, я машу всем.
здравствуйте, здравствуйте, мы такие музыканты. Ой, это очень круто, да, слушай. А все нам аплодируют, аплодируют. По голове моей, да, аплодируют. А это месть, вот так вот. Все, иди спи. Все, спать. Вот это единственное, что меня подвело, у меня вот сон был недостаточно плох. Иначе было бы у меня вообще все очень плохо, видимо. Спать я никогда так сильно не хочу, хотя это очень странно. Ева, кстати, а я ведь все потребности выполнил или что-то нет? А вот тебе скажи, я буду дудку дудеть просто вокруг тебя. Нет, не дуди. Ну, Ева, хватит дудеть. Дудю. Хватит дудеть. Я болею еще, если что. А, точно. Вот, да. То есть ты так и не полечил Еву? Нет, так и не полечил. Сейчас Ульяну как заражу. Не надо. Секунда, вот, вот, получай. Просто по ушам это, фигачит мне. Ты бьешь меня, ты не достаешь даже так. Ну все. О, какие у меня глаза, боже мой, какие вообще болезненные. Вообще ужас. Я все еще дудю. Ну, я примерно с таким же лицом болею на самом-то деле. О, боже мой. Ну все, теперь я здоров, все супер. Ева довольна. Давайте на пляж теперь. Ну, подожди, а Ульяна довольна? Надо проверить. А Ульяна, ты довольна? Мне бы поспать. Поспать бы, хорошо. Пойдем, положим Ульяну спать и пойдем на пляж. Погнали. Ну что, Ева, положили Ульяну, можно идти на пляж, получается. О, нет, в смысле, мы с Ульяной пойдем. Ты чё? Ульяна уже это проснулась, вот видишь, все. Все, мы готовы. Слушайте, а у нас, кстати говоря, очень много планов у нас и покемпиться, и поплавать, и порисовать, ой, и истории. Ой, да, а на дворе ночь. На дворе ночь, и на пляж нам не нужно, кстати. Нет, надо, очень надо, на пляж все просят. Просим. Ну, только если просто вы хотите, хорошо. Я, о, смотрите, а, нет, это уже было, я хотел сказать что-то новое, но нет. Да, нет, тут все было. Так, одного выкинул, второго выкинул, до свидания, всего хорошего. А я вот на утке покатаюсь. Пока слежу за вами, катаюсь. Ого, на утке. Смотри, как могу. Ну-ка. А, я тоже так умею смотреть. Непонятно, откуда у меня в руках вода берется, если я просто стою над водой. Ну да, это очень странно. Сейчас еще вот так могу. Смотри. Боже. Нет. А, это, короче, ты дышишь через трубу свою, я правильно понял? А, да, все правильно. Ёша, а знаешь, что мне еще заменяло вот эту трубу? Сейчас, ну-ка, я ее выкину, конечно. К сожалению, она не остается так. Дуделка, пока. Все, дуделки больше нет. Так, ну, Ульяна еще она осталась. Смотри, что могу. Опа. Воу, прикольно. У меня целый фонтан. Здорово. Слушай, выглядит классно. Да, очень. А у тебя там что, не захотелось тебе ничего еще? Ой, я могу поплакать. Кстати, подожди, Ёши, а ну-ка. Я тут плачу этой штукой еще. Боже, как много воды. Много воды, давай, да. Я еще буду вот так вот делать. Боже мой. Так, знаешь, я еще вот так лягу. Вот. Я помогу вам тогда, что, вот. Я буду помогать вам. По-моему, это неплохо. Мы фонтан сделали какой-то. Да. А так я что, песок, получается, поливаю, что ли? Получается так. Или поливаешь море, как вариант. А, или море, да. А, Ёша, я пить хочу. Да все хотят пить. Я и в жизни, честно говоря, захотел, ну да ладно. Так, ну что, берем тогда Еву, поехали домой, будем пить и выполнять ваши прихоти. О, Ёши, а мне очень интересно, а что вот тут будет, какой рисуночек? А ну посади меня туда, срочно. Давай, конечно, да. И... О, другой. Ух ты! Это Нубик. Да, а вот рядышком кто будет? Не Ульяна знаю, уже к сожалению. Да? А мне можно еще я раз уже, порисовать? Я уже, да, посадил Ульяну порисовать. Нет, к сожалению, тебе нельзя. А-а-а. Тебе можно... Ой-ой-ой! А мне бы еще куда-то посадить, на самом деле. А, ну, это ладно, тебя, хорошо. Я понял. Ульян, держись, так сказать, жди. Стараюсь. Жди, все будет хорошо. А ты куда пришла? Пойдем отсюда наверх. А я вот, я звуковые эффекты. Я буду тебе историю рассказывать. Историю? Подожди, я дудку возьму. Ёша, я дудку хочу взять. Стой, возвращайся. Ты мне будешь дудеть в ухо во время истории. Нет, я буду подпевать. Ага, дуделка. Ну, конечно. Так, ну давай историю. Какая история, о чем? Интересная. А ну-ка. Я почему-то встал на тебя. Что ты вот на меня давишь? Ты на меня давишь. Извините, пожалуйста. Нет. Ну, что там интересного, рассказывай. А все, уже рассказал. Уже достаточно. История другая, вот. Ага, теперь вообще лег. Ну, спасибо большое. Что-то вы вообще... Ну, ты знаешь, это удобно зато. Ты отдыхаешь. Ага. Так, ну, что еще? Что еще вы хотите? Рассказывайте. Я хочу, чтобы Ульяна сама
мной сыграла напоследок, и все. Да, я тоже ну, хочу. Хорошо. Ульяна, а ты будешь вот, у нас слушать вот так вот. О, я буду тот самый фанат. Да. Ой, Ёша, а что у тебя с ногами? Я сел. Нормально? Сижу, слушаю вашу чудеснейшую музыку. Давайте, так, играйте. Так, Ульяна, давай запивай. Ага. Чудесно. Слушайте, ну мне очень понравилось обновление. Тут столько всего можно сделать теперь. И на пляж сходить с дудкой, и Ёши в ухо подудеть, пока он тебе сказки читает. Мне очень нравится. Ёш, конечно, не очень одобряет, но нам с Ульяной прям очень зашло. Ну, а вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Пока. Пока.